вид на современный город Гореме. Вот он весь находится, дома находятся между вот этих туфовых образований. И вот в этом городе как раз очень много отелей в скалах, скальных отелей, в которых туристы проводят ночи, чтобы потом покататься на шарах. Пейзаж все равно впечатляет, завораживает, и слов нет. Вот один вид на пейзаж города Гореме. Такого точно больше нигде в мире нет.